Восторг и восхищение вызвало у ребят Видновская школа номер 7 приезд пожарно-спасательной техники, когда можно было вплотную подойти к машине и пообщаться с настоящим огнеборцем. Пожарный – это тот человек, который жертвует собой ради других. Он не жалеет себя, он готов отдать свою жизнь, чтобы спасти других людей. Это очень напоминает военных. Флешмоб на противопожарную тематику организован территориальным подразделением МЧС России по Ленинскому району. Ребята стали участниками занимательных и познавательных конкурсов, поиграли в необычные крестики-нолики, с интересом слушали, как пользоваться огнетушителем на первой стадии возгорания. Проводим опросы школьников, как действовать при пожаре, при задымлении, как спасать себя и как оповещать, и как звонить, конечно, по какому телефону звонить в пожарную охрану, чтобы обезопасить их в будущем в случае возникновения таких вот чрезвычайных ситуаций. Перетягивание каната – один из самых любимых конкурсов ребятни. В эту захватывающую игру включились и представители МЧС. Своим примером показывая учащимся, насколько важно быть сильными и ловкими. Без спортивных навыков в пожарной охране тяжело будет таскать все это дело, тушить. Для этого мы проводим такие мероприятия, чтобы, ну, может быть, из 100 человек, но одного за счет вот наших таких вот действий выработается желание потом в дальнейшем также по нашим стопам идти. Очень ребятам была интересна демонстрация показательной ликвидации условного возгорания сотрудникам пожарной охраны. Пожарный – это очень опасная профессия, поэтому я очень рада, что есть такие люди, которые ходят на эту профессию и помогают людям. Видновская школа номер 7 активно участвует в мероприятиях по пропаганде пожарной безопасности, за что в этот день ее директору была вручена почетная грамота. В нашей школе создан отряд огнеборцы. Наши 3 выпускника, 1 поступил по пожарной линии, 2 учатся в институте МЧС. Мы очень гордимся, я надеюсь, что они, возможно, придут работать к нам в Ленинский район. По окончании флешмоба сотрудники МЧС раздали ребятам и родителям, присутствующим на мероприятии, листовки с правилами поведения в условиях чрезвычайных ситуаций. Людмила Медведева, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.